Всем привет! Друзья, сегодня вопрос короткий, простой, но чрезвычайно важный для нас всех. Будет ли в России дефолт в 2024 году? Что будет с финансами? Два вопроса, получается, задал. Покажите тремя картами. Инструмент Таро Колесо Года. Тройка мечей, колесница, пятерка пентаклей. На дне колоды туз мечей. Меч вниз. Итоговый аркан. Один плюс три, плюс семь, плюс пять, 16. Башня. Ну да, получается, да, 4, 16 башня, да. Что-то показалось. Не, 16 башня. С финансами у России в 2024-м серьезные проблемы. Чрезвычайная ситуация. ЧС, ЧП. Старший аркан колесница в окружении крайне негативных карт. На дне колоды туз мечей, меч вниз, неожиданный тяжелый удар, серьезные, болезненные, чувствительные неприятности, невзгоды, события, которые принесут глубокую печаль, шок, испуг, крах, потери, неудачи в делах, недостаток сил, ощущение опустошенности. Тройка мечей, колесница, пятерка пентаклей. Это явно черная финансовая полоса. Тяжелый кризис. Он уничтожит то, что стало иллюзией и отжило свое. Тревожные новости. Ваш мир перевернулся с ног на голову. Вы ошеломлены, не верите. Чрезвычайное положение. Бессилие что-то изменить. Несчастье, тоска, депрессия, боль утраты. Шокирующее, болезненное событие. Тройка мечей всегда оставляет после себя глубокий шрам. Но бывает так, что ампутация – это единственный способ сохранить человеку жизнь. Тройка мечей не приходит без предварительного предупреждения. В этом отношении она напоминает прямую башню, которая появляется только тогда, когда другие способы воздействия на человека, в нашем случае на государство, не получили желаемого результата. После тройки мечей колесница. Это явно потеря управления, потеря контроля. Скорее всего, речь идет о разбалансировке бюджета. Разбалансировка бюджета. Далее идет пятерка пентаклей. Владыка материальной несостоятельности. Безвыходность, тяжелый период, бедственное положение, финансовый кризис, финансовые трудности, разорение, депрессия. Ожидающие вас перемены могут быть весьма неприятны. Нет реальных шагов для изменения ситуации. Состояние нищенствования.
отсутствие поддержки. Бедность не всегда является результатом действий самого человека, в нашем случае государства, может быть вызвана независящими от него обстоятельствами. Изо всех сил пытаться свести концы с концами. Неразумные траты, долги, банкротство, нет твердой почвы под ногами, недостигнутые цели, провальные предприятия, ошибки и неудачи, катастрофы в бизнесе, материальные потери, даже нищета, потеря работы или дохода, лишиться жилья. Итоговый аркан башня. Один сплошной негатив. Унизительный болезненный опыт, крушение, срыв планов, внезапные кризисы, переживающие потрясения, внезапный драматический переворот или разворот в судьбе, резкая перемена, негативная. В сочетании с пятеркой пентаклей, башня, в сочетании с пятеркой пентаклей, суровое, трудное, тяжелое время. Возможно, разорение, дефолт. По башне проходит дефолт. Смотрите, друзья, очень плохо, что после колесницы идет пятерка пентаклей. Мы как бы движемся в направлении финансовой несостоятельности. Потеря баланса. Потеря физического контроля. Потеря соблюдения дисциплины в финансах. Туз мечей, тройка мечей, колесница, пятерка пентаклей. Резкое, неожиданное ухудшение материального положения. Взрывоопасная финансовая ситуация. По колеснице умение делать все в срок и даже раньше. Но раз в данном раскладе старший аркан, этот старший аркан в окружении негативных, крайне негативных карт, значит, следовательно, возможно, данный расклад говорит нам всем о просроченных платежах. Технические какие-то сложности, проволочки. Скорее всего, приостановим платежи и начнем переговоры с кредиторами. Возможно, вообще откажемся платить по своим долгам. Потеря соблюдения дисциплины в финансах. Объявим мораторий на обслуживание внешнего долга. Могут быть катастрофические проблемы с финансовыми потоками, с движением капитала. По пятерке пентаклей проходит изоляция, штрафные какие-либо санкции. Почему пришла колесница? Единственный старший аркан. Движение платежей, денежные потоки, изоляция, любое транспортное средство. Высыхание, пересыхание, исчезание, изоляция. На карте тройка мечей. Опустошенная земля, мертвая, высохшая земля. Да и на карте туз мечей опустошенность какая-то четко считывается. Возможно, пересохнут денежные реки, потоки. Танкеры, любое транспортное средство, танкеры, которые продавали нашу нефть, попадут под штрафные какие-либо санкции. И привет. Танкеры, газовозы для СПГ, и их тоже может постичь та же участь. В общем, ситуация с финансами крайне тяжелая в 2024 году. Чрезвычайная ситуация, потеря контроля, катастрофическая разбалансировка бюджета. Предупреждали об этом. Катастрофическая разбалансировка бюджета и ее болезненные последствия.
Что касается дефолта, здесь скорее да, чем нет. Понятное дело, что вся правда, бедственное финансовое положение, все это откроется уже после президентских выборов. С такими картами вероятность дефолта в 2024 году 80-90%, а в 2025 эта вероятность уже 100%. Смотрите, друзья, туз мечей, меч вниз, неприятная болезненная неожиданность. Итоговый аркан башни тоже крайне неприятная какая-либо неожиданность, крушение, разрушение чего-либо. Неожиданно для вас всех все это произойдет, как гром среди ясного неба. Вы этого не ждете. То, что с финансами нашего государства произойдет в 2024, вы этого точно сейчас не ждете. Колесница может указывать на военный поход, на войну. В таком случае сочетание таких карт, как тройка мечей, колесница, пятерка пентаклей, может означать чрезвычайная ситуация, шокирующее, болезненное событие по причине военного похода, серьезные проблемы с ресурсами, финансовое истощение, штрафные санкции, экономическая изоляция. По колеснице активное движение в сторону, по пятерке пентаклей, нищенского существования, в сторону бедности и нужды. Безработица, увольнение, сокращение, финансовый кризис, потеря жилья, скорее всего, из-за невозможности в срок оплатить кредиты, ипотеку. Здесь могут быть и продовольственные проблемы, нехватка каких-то ресурсов, истощение запасов. У государства денег нет, но вы держитесь. Такая информация идет. В конце этого видео приоткрою один из своих прогнозов на Россию на 2025 год, друзья, на 2025 год. А сегодня 27 мая 2023. Приоткрою один из своих прогнозов на Россию на 2025 год. Слушайте внимательно. Что касается финансов и не только. В процессе истощения, опустошения, собрать последние остатки, то, что могло где-то залежаться, пустить в ход самые-самые последние остатки, крохи. Можем столкнуться с какими-либо санкциями, ограничениями продовольственного плана характера, продовольственное эмбарго, скверные новости, касающиеся питания, пищевых припасов, ограниченные возможности плюс долгая и кропотливая работа. Ограниченные возможности плюс самые тяжелые труды не приносят ожидаемого дохода. Неудовлетворенность результатами финансовых операций. Ограничения плюс начало плюс получение выплат. Череда проволочек и задержек. Ощущение провала. С какими-то выплатами могут быть проблемы. Могут ограничить выплаты каким-либо категориям граждан в 2025 году. Ограничить в лучшем случае, в худшем полностью прекратить их выплачивать. Для людей это будет полная неожиданность. Друзья, экономика – это наше самое слабое место. Чудес не будет, не ждите их. Экономикой надо было заниматься, а не просто нефть и газ качать и продавать. Предупрежден, значит вооружен. Я вас всех заранее предупредил. Повторяю, сегодня это видео записываю 27 мая 2023 года.
Размещу его на своем канале, конечно, чуть позднее. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо, друзья.